Алло, Арслан? Мы здесь. Куда нам идти? Все, вот и надо. Четвертый этаж. Погнали. Погнали. Алло? Ага, да? Ну ты что там? Брат, ты иди, я догоню. Блин, ну ты как всегда. Да, конечно. Спасибо. А вы на какой этаж? А, на четвертый. Получается, тоже на юбилей? Да, Игорь. Да, абсолютно верно. Меня зовут Диор, а вас? Камила. Очень приятно. А кто? Я еще подойду. И салам, брат. Здорово, брат. По совпадению на часах 20, и тебе 20 лет сегодня. Прикинь, кто-то умрет. Да дела, брат, я шучу. День рождения другой случай. Спасибо за поздравление, брат. Я в лифте встретил какую-то леди. Ну, это потом. Привет! Да, конечно, я могу сказать. Это тебе, день рождения. Ой, подожди. Это тоже тебе. Что, ребята, всем добро пожаловать. Сегодня я отмечаю свое 20-летие и надеюсь, этот день всем запомнится. Очень красочным и интересным. Что, ребята, как вам вообще? Нравится все? Да, все прикольно. О, это, кстати, Камил. Так, я вроде тебе уже говорил, что не знаком. А, ну, смело тогда. Все прикольно, только скучновато. Скучновато? Что за фигня? О-о-о, уже весело. Идем за этим холодно. Че? Куда пропал? Говорим про Соли. Соли? Это что, кровать? Да не, братан, ты что, пропал? Не, не дьявол. Ладно, все хорошо, братан. Отдыхай сегодня же. Твой день. Тут что-то не так. Где Камила? Да мне откуда знать? Я видел вас с балкона. Вы вместе шли? Она снова... Я не хотел, Арслан. Она... Это все случайность. Братан. Нет. Стой. Ты что наделал? Мы же столько лет дружим. Это просто проверка нашей дружбы, братан. Хорошо, все нормально. Давай забудем этот момент и день. Ты спокойно. Вот, если бы ваш друг совершил что-то ужасное, то что бы вы сделали? Не знаю, о чем ты, дружище. Но, как говорится, дружба дружбой, а служба службой.
кажется, это то самое время. Совесть. Совесть. Аслан! Сейчас, да, здесь.